Эй, чё, всем привет! Что у нас сегодня столкач? Продолжаем. Идем дальше по нашей сюжетной линии, скажем так. Так, чё по заданию нам? Давай задание. Живая легенда, дорога в Припять. Да, нам, короче, нужно двигать в Припять со своим новым напарником. Вернее, как-то напарник стрелка, но мы типа идем с ним. Или он идет с нами. Тут уж как сказать. Вопрос, куда он подевался, блин. И тут у нас сейчас дохренилион мутантов тут в округе бродит. Я надеюсь, он там нигде не погибнет, просто прибежит за мною. Так, я хоть в том направлении двигаюсь. А, папам. Ну, в окрестности Юпитера мне надо, да? И через Юпитер. Да, короче, мне вот в том направлении надо двигать. Я могу, конечно, помочь там отстрелять базу. Это ж вроде наш чувак, да, бежит там. Я хрен знает. Давай немножко помогу. Там, мало ли он там сейчас еще гребет. Минус один. Это зомбированные тут ходят, они вроде не особо опасные. Пока в эти не попадают. Это вон еще один идет, товарищ. Давай, выхлестываем их пока что. Новые винтовочки. Ну что, вроде все должны были быть. Идешь? Ну, вроде идет. Давай сейчас еще осмотрю их. Может, что-нибудь интересное найдется. Слушай, а у этого тоже есть ловушка. Наверняка и патроны, может, и есть нормальные. Давай возьму эти патрики. Где тут еще один валялся? Вот двое. У них такое себе. Хотя бы он денежки поколлекционирую с них. Я не знаю, ну пистики, конечно, тоже можно так брать. О, слушай, а у него есть ушка в прикольном состоянии таком. Хорошем, я бы сказал бы. Альтернативная. Подожди, а если я сниму свой скар, вот сравню их. Вот так вот. Ну, дает плюс точность. Слушай, нахрена я тогда покупал, извините меня. Давай возьму его, слушай, эту альтернативную. Типа плюс 2 точности дает. Чё бы и нет. Так, ну здесь что, фонит, что ли? Вроде, если их фонит, у нас не пробивает. Ой, перегруза у нас нету. Так, ну давай скар возьму. Твою СВУшку я уже починю, так уж и быть. Вот это вот. Так, может, нам больше ничего тянуть не надо? Вроде не надо. Все, топчик. Идем дальше. Единственное, жалко, что деньги, блин, потратил. Но я думаю, отобьем как-нибудь тут быстро уже. Так. Что-то здесь валяется. Я понял. Короче, смотри, сейчас идем через болото. Я не знаю, каким путем ты пойдешь. Потому что они вроде как тут воду не любят. Обходы вроде должны быть по суше. Пойдешь за мною? Ну, я думаю, обход он найдет. Не потеряешься там, нет? Не, слушай, пошел. Пошел за мною. А, ну давай нам сейчас тут вдоль этого моста, по идее. И прямо. Перебежечка такая, да?
Ух, как тут на мозги-то давит. Да, я понял уже, что рубец. Вот вот он такой рубец на голове. Опять там кто-то воюет. Это наш там воюет с кем-то? Слушай, это наш там воюет, блин, с кем-то уже. Воюн этот. Ты где, воюн? Воюн? Ну блин, и как мне тут? Вот нахрен ты такой интересный, а? Ну и как нам с тобой быть, как с тобой тут обходить? Ты где, дорогой? Я запыхался. С кем воюешь? Опять зомбями, что ли? О, господи, он там со снохками, что ли, походу? Нет, это зомбированные были. Ладно, не будем уже бежать, их там оббегать. Нам вроде все хватает. Все, давай не отставай там, не отвлекайся. Так, здесь же ни тех наемников не сидит. Я понял. Я, мать его, понял. Братан, не лезь на них. Я тебя Христом Богом прошу, блин. Оно тебе не надо. Идет? Идет. Сейчас, смотри, короче. Ты здесь пройдешь? Расскажи мне, что ты тут не пройдешь. Ну и затупок же ты, а? Берешь левую ножку, правую, переставляешь. Ладно, давай же прошмыгнем тут как-нибудь. Так, по карте. Да, мне вот вдоль этого моста надо. Нет, давай. Карыч. Все, и бегом. Блять, не стреляйся с ними. Ох, мама, дала напарничка. И задание провалено. Замечательно. И как мне этого дурня провести? Мне по его по мосту с аномалиями вести или что? Там второй. Ну, тут сначала погнал домой, но я хотел, короче, как быстро выхватить. Господи, ну придется с наемниками тебе сражаться. Или кто там, блядь, сидит? Может, вообще монолит какой? Не, мне кажется, наемники это. Один сложен. Блять, давай ты музыку потише сделаешь опять же, а? Ты, блять, свой? Давай, дуй, блять. Да никто по тебе не стреляет, давай за мной пошли. Скину тебе потом какую-нибудь волыну, блин. Эй, сталкер, не стреляй! Братан, если мы сейчас просто прямо пойдем, этого всего не будет. Идешь? Блять. Не беси. Так, ладно, здесь можно сейвануться, да? По идее. Так, идешь? Слушай, ну он пока там тупит. Мы можем, наверное, попробовать перейти на другую локацию, может, он с нами там как-то ТПшница.
Я еще без понятия. Но я надеюсь на это. Взяли, у него там пушку выбили, походу. После ранения, наверное. Или, может, у него просто боезапас закончился. Да. Вот такие пироги. Давай, погнали дальше. Так, ты со мною? Ты со мною. О, слушай. Ты там, походу, годил боезапас себе, да? Так, и опять музычка. Опять музычка. Ты ж такой крутой боец, по идее, должен быть, братан. Так, смотри, короче, тут могут быть зомбированные, твои любимые. Хотя сейчас, наверное, твои любимые это эти, блин, наемники. Потому что они там тусили, мне кажется. Так, и нам, по идее, ну, может, конечно, прямо он пойти. Ну, чем можно? Нужно, наверное. Вот там тупо прямо по дороге. Если приключение на задницу найдем, сейчас посмотрим. Вроде никого. Не, смотри, там какие-то две фигуры. Это там поосторожнее, ладно. И не знаю, сколько там все боезапаса сделал. Братан, слушай, а мне кажется, это зомбированные. Что-то они такие шатающиеся походочкой идут. Это стопудово зомбированные. Так, давай, игрушка, не подвисай. Ну что, смотри. Хуяк. Вот и все. Все готовы. Навели суету. Давай, если кто встанет. Братва, не вставайте только, ладно? Вот и все. Для вас все закончилось. Так, давай ты эту херню заберешь. Отсоединить прицел. Гранатку я заберу. О, слушай, в Таркове новая пушка, этот вереск. Ну, она убитая, я не знаю. Вот это возьму. БП. БП почему бы и нет. Чего у тебя там? 762-74. Это ж мои боеприпасы, да? 762-74, да. Это мои боезапасы. Ну, у тебя пистолет еще неплохой. Ну, давай тебя. Ну, с ТТшником там вообще. Полуполоманным. Ну все, смотри, в аномалию не вляпайся, слышь. Так, подожди, а сколько у меня вот? Ну, на снайперскую винтовку у меня боезапаса хватит. Да и на СКАР тоже, да? Да и на СКАР тоже. А еще бы что-нибудь похавать, блин. Да, дадут похавать мне тут сейчас. С кем воюешь? Покажи хоть. Подчеркни. Братан, я тебя спас. Благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Давай, ускоряемся. Так, это не поможет. Далеко еще идти? Нет, слушай, почти пришли. Подожди. Идти через подземный путепровод. Ага.
То есть пошел бы я туда и, наверное, не туда пришел бы. Через подземный путепровод. Это, наверное, здесь, да? Восточный тоннель. Здорово. А что ты тут делаешь? Я ж тебя заберу, ты ж не против. Так, ну подземный. Ну, по идее, сюда, наверное, заходить, да? И... Подожди, давай сначала подойду к воротам, попробую. Не, надо, короче, тут походу туда идти. Вовнутрь. Давай, сейванусь. Фонарик включу, чтобы народу видно было. Уже, наверное, тут этот подземный путепровод, да, где-то? Пушка просто, я не знаю, отрывает лица. Какой у тебя макар в хорошем состоянии. Так, так, так. Ладно, давай. Спускаемся. Смотри, в аномалию не вступи. Знаю я вас. Так, сюда? Да? Или не сюда? Давай, 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 топай. Сюда? Может? Нет. Загрузка не началась. А чё, куда? Ну, по идее, наверняка где-то здесь. Надо держаться, бродяги, если по-прежнему хочу найти стрелка. Первый упомянул парочку зомбированных и сноков, так что серьезных проблем внизу не должно быть. Ну, братан, ну, по идее, вроде как мы находимся где надо, да? То есть подземный путепровод. А как там дальше пройти? Вот, хрен знает. Слушай, это по идее ты мне должен вести, а не я тут смотреть, что-то разбираться. У нас, блин, еще и выброс. Замечательно. Так. Чё, блядь? Меня на крышу телепортировало? Я нашел выход? Я нашел проход? Я же здесь просто пробегал. Что за шляпа? Это как работает? Так, давай-ка ПНВшку испробую. О, слушай, жир, шик. Ну, в совокупности с фонариком, я не знаю, фонарик, я думаю, там нам не нужен. И давай звук тоже потише сделаю, опять же. Ну, сейчас пойдем по путепроводу. Слушай, тут с ног не должны быть. Минус один. Ну это тушканы, слышь? Давай уже сосновка соберу уже, а то скажут мне тут потом в комментариях, что ты там это совсем уже зажрался. Сновков не срезаешь. Ну там, блядь, тушканидзе. Слушай, ты можешь тушканидзе, блин, подстрелить? Мне боезапаса жалко своего. О! У нас сегодня, короче, жареный тушкан будет. Как думаешь, жареный тушкан-то вкусно? Он просто бежал в стену, блин. Он хотел, знаете, как кот такой вот. Братан, ты бы это так не рвался поперед батьки в пекло, как говорится. Ты же понимаешь, что тушкан это, блин, страшный, самый страшный мутант, не знаю, зоны. Короче, тохнешь, будет твоя вина, понятно? У меня, как говорится, взятки гладкие. Так, мне бы еще костюм свой починить, да? 70-80. Давай так, нашью, короче, все нашивку ренегатов, короче, вот так вот, да? И
Скарыч, наверное, да? Починить. Ну, так вот. Все, поесть и попить. Поел, попил. Он все равно, он не наелся, блин. Гладит. У него пачка там, наверное, блин. Мой монитор хавает так. Так. Слушай, а как ты тут шел? Покажет мне маршрут. Я же могу сейчас на дурака проскочить, попробовать. Тут, наверное, стопудово как-то вот так вот надо в обход, да? Ну, вроде как прошли. Только у меня тушкан там испугался. Смотри мне, а. Хай там с тушканами разбирается пока что. С одним тушканом. Ух, прибежали. Мутанты опасные. Че, все? Это сколько надо, блин, боезапасов с пулемета израсходовать? Так, я тебя видел, мелкий засранец. Так, я хотел похавать. Вот бобы у меня есть. Я надеюсь, он прогладит, блин, наконец-то наестся. Смотри, какой опасный. Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносный, да? Как там говорилось. Слушай, естественно опасный мутант. Мне костюм не покоцал. Не, костюм даже не покоцал. Ну, 98 там, по 1%, я так понимаю, затычку снимает там. Так, а вот здесь смотри, короче, осторожнее, будет, тут могут быть снорки за углом прятаться. Вот он там, о, сиди, сейчас прыгнет, по идее, да? Ну, с ногтеси, давай. Ну, прыгай, ну, елки-палки. Да не ты, блин, друг твой. Ах ты, жопа. Где он там, блядь? Все, все? Помяли меня, а? Я еще костюм в труху, да? Костюм в труху. 61%. 65%. This is sad, this is bad. Ну что делать? Ну что делать, блин? Снимать штаны и бегать. Что делать? Ладно, уже там как-нибудь починю его потом. И этот опять хочет жрать. Ну это, наверное, из-за того, что я принимал медикаменты. Ну чё, я прям чувствую выход, уже воздух прям свежий такой, не спёртый становится. Опа, там кто, зомбированный монолит? Там монолит. Он решил зажариться, чтобы не погибать от моей пули. Так, слушай, а ты видишь там кого? Слушай, я, наверное, с фонариком играю, я бы, наверное, кончил бы. Да, блядь, там монолитовец. Слушай, ну они на самом деле от этой винтовки так отлетали там здорово. Да сдохни ты, слышь? Дядя Валера, блядь, из монолита. Ты хули живешь вообще?
Винтовка вас там в лаве ваншотила. И я, блядь, сразу дожарился. Замечательно. Слушай, я не хочу, может, косюк портить. Может, мне чуть раньше этого сейва грузануться, скажем так. Ладно, похуй. Себе оставь, ты ж, Степан, бронебойная башка. Все, давай осторожно, блядь, не лезь так на них. Где еще? Давай вот эти залези. Не, я, конечно, не спорю, может, я их ваншотил там бронебойными какими-то патронами. А сейчас, типа, у меня были заряжены какие-то полуговняные, наверное. Ну, слушай, ты там последний, давай сдавайся. Фу, нахер, блядь, мне казалось, что он сдох уже. Все, готов. Валерий Степанченко готов. Готовченко Валерий Степанович, короче. Стоп, подожди, задание обновлено. А, подожди. Ну, мы в путепроводе. Список заданий. Дорога в Припять. Ну, и типа нам надо выбраться отсюда. Хули оно там обновлено было? Ты вроде живой. Эти музыка это... орёт. Орущая. Орущая, вездетущая. Давай, короче, слышите, как шмонаем. Это вот, вот мои патроны должны быть. Взрыв пакет я заберу. Мало ли, там что подорвать опять потребуют. Спичли. Можно чистящий комплект. Такой аук, смотри, у него. Можешь себе взять, я разрешаю. Непригодные патроны. Вот хапка есть. Молоток для ремонта. Давай возьму. Ремонтный набор. Сосновков посрезаю. Лапки их. Я уже боюсь, блин, некоторые места тут наступать. Мало ли тут аномалия какая. Блять, кто там пересвечивает? Я слышу, выключи свой фонарь, блин. Это там дырка просто в потолке. Слушай, ну тут нормально настреляли снохов. Че оно все обновляется и обновляется, это задание мне тут. Тип заживления ран. Не, ну, конечно, так можно модифицировать, но неплохо было бы. Я не спорю. О, слушай, у тебя какая-то СВДшка прикольная. СВДС ЧВК. Ты понял? Слушай, я хочу просто глянуть. Не-не-не, давай сюда. Сюда, договорю, давай ее. Боезапас давай еще сюда. Вот это, вот это, вот эту хрень сюда давай. Хочу просто на него посмотреть. И такой. Опа. Ну, прикольно. Прицел много, обзор не закрывает, но мне моя как-то больше нравится. Так, где она? Вот она. Костюм очень жалко, прям. Был бы у вас какой-нибудь набор такой, чтобы прям ядреный, чтобы прям чинил бы хорошо. Это было бы неплохо. Но я вроде всех осмотрел. Так, ну чё, нам дальше вот там на выход надо. По идее. Вот, наверное, сюда куда-то, да? Я не уверен, но мне кажется, что да. О, свежим воздухом запахло. Зомбированный.
Не, знаете, на самом деле, чем такой глупитель? Тем, что он, короче, это, маскирует... Он, смотри, уже пистолет достал. Он, короче, маскирует эту... Короче, пороховые газы, короче, как-то... Не так дышают при стрельбе в темноте. Ай, пекач свой. В нормальном состоянии. Я сказал, продавабельном. О, слушай, он опять пулемет достал. Слушай, я тоже хочу себе патрон уметь спавнить. Научишь, как это делать? Блять. У меня, походу, патроны нормально заканчиваются, он сейчас с дерьмом будет стрелять. Так, лучше так долго не пикать. Блядь, да ты не с тушканами воюй, слушай, ты давай с этими воюй. Что, они тебе в ответ пли вообще не стреляют? Все, тушканы закончились, все закончились. Можно идти дальше. Перекусить бы, да? Только. Ебать, ну чё это пушки ломает, а? 95, ладно, в принципе, еще. Терпимо, но все равно. Подожди, сколько этот скотч дает? 85. Ну блин, 51, но у меня нечем чинить, блин. Прям мега серьезных наборов у меня нету. Вот 65. Ладно, погнали. Кто там такой серьезный уже врезается? Ты слышишь, меня не подстрели? Ну, конечно, зомбаков тут много, но давай посмотрим, может, у них реально какие наборы есть. Так, ну... Набор-то у него был там, тюбик, но это так... Ну, вроде тут готов уже. Че, он сразу тут только нет, он не родился, я понять не могу. Ну, тут тэшник в неплохом состоянии. Конечно, не думаю, что он много стоит там. Че это за патроны? Это, наверное, какие-то там маузеровские. Там ножкой там. То есть смотри, как я могу. Опа, смотри, я осторожно, там зомбак был. Так. Вот еще денежки, гранатки. Пекали. Что за винтовка у тебя? А что это за винтовка у него? Rifle Dynamic 9×39. Это типа винтореза? Ну, прикольная такая, слушай. Ну, я не знаю, но мне просто в моей винтовке, скажем так, калибр больше нравится. Я про скарк, который... Хотя, слушай, а ты чем питаешься? Подробно, давай пофиг. Подробно. Ну там 9×39, да? Таких. Ну да, это типа валовские патроны. Давай. Глушак сюда свой. О, похавать. Ну это хотя бы он чем-то полезен был. Вот, сейчас я его заодно похаваю. Что он там принес? Ну, все равно, жрать хочется всегда. Тебе как, плюха, в лицо понравилось? Что это у тебя такое? О, у этого похава тоже. Украинский рацион питания у него там был. Так, давайте буриком, здесь фонит, короче. Судя по всему, да? Не сильно, но фонит.
Так, нам же сюда, да, получается? Не, не сюда. Я уже думал, какой сног сидит за углом. Все, погнали. Эти провод в Припять. Да, кстати, уже смотри, такой перевес еще есть небольшой. Давай я не успел выключить прибор ночного видения. Темная лощина — это довольно обширная территория леса. Да ладно. Я думал, сейчас тут как до Припяти, сейчас нас тут военные какие-нибудь окружат, там поведут нас, там подручки беленькие. Так, ну давай. Блять. Мы же подумали, здесь может какой-то контролер сидит. Вот походу просто звук игры. Да, это просто звук игры. Вот я тихая погуха, надо было обсудить бродяга и дальнейшую ситуацию. Так, ну давай обсудим. И как ты оценишь их атаку по шкале от просто жопы и прогулка в летний день? Да, херово, уроды, похоже, за мной шли. Или же готовили засаду на обратном пути, но эти гаврики теперь в прошлом. Так что дальше? Продолжаем идти, если фанатики знают про нас. Это было слишком просто. Смотри в оба на случай появления этого фантомаса чертова. Да и твари это наверняка еще и мертвяков потревожили. Их тоже остерегайся. Ну, короче, понятно. Ну, конечно, логично было, что он петит. Типа, ну а что делать, блин? Засели, ждали, блин. Погнали дальше. Что, типа, или разворачиваться назад идти, или что, блин? Так, слушай, ну, вроде недалеко топать. Получается, что прямо тут сидит. Вот это и... Что это, блять, вообще? Прачечный. Так. А точно прачечный? Слушай, он точно в прачечный засел. А, ну да, прачечная, блин. Это я просто придел, что он там с другого конца города... А тут все оказывается все под боком. Вот дурак. Ну знаешь же, везение свое идиотское. Слушай, я твоего брата-близнеца нашел. Как же? Одни тропы нехоженые и твари нехорменные. Привет, брат! Здорово, здорово. Слушай, мне бы с техником тут. Мне тут костюмы пиздец приходит. То есть смотри, 51%, я не знаю, вот этим починить можно? Вот этим. А чем вообще, слушай? А за деньги починишь? А за деньги ты мне-то починишь? 36 тысяч. Да пошел ты на три веселые буквы. Слушаю тебя. Швога, блин, какой-то. Шмыга, блин. Если нужно что, спрашивай у главного. Ну ладно, да познакомлюсь с этим, может, торговец какой. О, еще один вольный братишка в нашу копилку пришел, с бродяга, да, братишка дружбы, короче, да, дружба, мир, чупа-чупса. Странно ты, я, пожалуй, присмотрю тут за тобой. Услуги за услугом. Ну, я понял. Короче, слушай, я тебя довел сюда, да, благородство играть не буду. Делаю сейф, а с себя, короче, требую лайк. Все, и подписочку было бы неплохо. Прям беру, сохраняюсь. И все. Я думаю, увидимся в следующей серии. Всем пока.